кабинет – кабинет кулинарии. Здесь ребята проходят курс теоретической подготовки по профессии повар-кондитер. Сейчас в этом кабинете идет демонстрация, как наши ребята на первом курсе научились уже за полгода шинковки, капусты, нарезки овощей. И представлены образцы нарезки как ручной, так и машинной, поскольку на предприятиях ребята не только шинкуют, не только режут овощи вручную, но также используются на предприятиях машины. Эти машины нам предоставили наши спонсоры. Парни с охоты идут в этот кабинет и вообще в повара. Говорят, что прельщает и денежная сторона профессии, и творчество все-таки. От того, как нарежешь, нашинкуешь, будет зависеть и внешний вид блюда. Кризис, ну, не страшно какой. Всегда можешь себя прокормить. Семью свою, родных, близких. А ты как скажешь? Ну, у меня, может, как бы с детства была мечта такая стать поваром. То есть много видел. То есть как красиво и какое искусство вообще на самом деле. Профессия такая, ну, как художник, да? Вот художник, искусство и повар почти то же самое. Только повар воплощает эту фигуру все, а художник на листе. Учатся пользоваться и автоматической нарезкой, той самой машиной робот-коп, которую мы с вами видели в начале нашего путешествия по профессии повар. Как в электромясорубке, кладешь овощи в чашу, нажимаешь кнопку, и через минуту при помощи насадки овощи превращаются в почти готовый салат, нарезанный кубиками. А вот эти кулинары обучаются резьбе по овощам. Такое факультативное занятие – карвинг, от английского – вырезание. Новое, набирающее популярность кулинарное искусство. При помощи специальных инструментов, в данном случае тайского ножа, можно создавать шедевры. У нас девушка одна, она учится на продавца, но тем не менее ее тоже это заинтересовало. То есть вы понимаете, просто накрыть праздничный стол, удивить своих гостей, чтобы гости удивлялись, из чего это сделано, по-моему, это будет очень интересно для любой хозяйки, да ну не только хозяйки, если мальчик много занимается. 2 часа терпения, и композиция готова к употреблению. Повар должен уметь творить. Вот этот выставочный экспонат – эксперимент. Преподаватель факультатива Марина Васильева вместе с учащимися решила соединить несочетаемое – карвинг и лепку. И тем и другим Марина Евгеньевна увлекается последние несколько лет. Смотришь на ее клоунов и не веришь, что сделаны они из соленого теста. Ну, я в них, как бы сказать вам, душу вкладываю. То есть здесь теплота рук остается в этом изделии из соленого теста. Их даже приятно потрогать. Дайте мне моего любимого. Да, вот это мой любимый клоун. Я недавно их сделала. Вы понимаете, вот ну, с ним можно даже поговорить. У него такое вот лицо. Это, я когда сделана своими руками, ведь это приятно кому-нибудь подарить. Ну, или просто украсть интерьер. Мне как-то училище это очень близко. Я там и училась, и потом же работала мастером производственного обучения. И поэтому как-то оно для меня родное и близкое. После 48-го училища Любовь Карелина поработала поваром почти во всех лучших точках общепита Верхневолжской столицы. В ресторанах «Сатурн», «Селигер», «Вечерний», «Южный». До 91-го года в городе существовал трест ресторанов и кафе. Сегодня Карелина замдиректора ресторана «Березовой рощи». В ее обязанностях присматривается к подрастающим поварам. Профессия повар... Она, конечно, очень тяжелая, и надо найти хорошего повара. Училище много поваров выпускает, но, знаете, мне кажется, не все идут ребята работать на кухню. И поэтому как-то мы стараемся отбирать. Вот нам училище присылает поваров на стажировку, и мы начинаем присматриваться к ним, как человек, нравится ему эта профессия или нет. Если тут тоже отбор идет уже. Значит, нравится человеку, мы видим уже, он, значит, старается, работает, что-то внедряет новое, старается лепту какую-то свою внести в предприятие и в блюда. Ну вот сейчас вот со временем уже все легко, уже приноровилось, так сказать. Сначала-то было все равно сложно, и скорость уже появилась. Тоже выпускница 48-го Ирина Шишленко любит печь булочки и варить супы. Создаешь блюдо, да, что человеку нравится, что человек благодарит. У нас есть специальная клига в ресторане, которая после вот каждого приема, вот когда даже вот банкеты, да, у нас какие-то в книгу записывают, что все людям понравилось, что к нам еще люди придут. Вот это нравится, то, что людям нравится наш ресторан. Евгений работает с Ириной бок о бок и тоже учился в пресловутом поварском лицее. На кухню ресторана пришел еще, когда проходил практику. Теперь помогает старшему повару на горячем и на холодном, говоря профессиональным языком. А любимое занятие повара Беляева – готовить оливье. Поварская работа – это, само собой, творчество.
украшать, ну, сделать приятно, красиво отдать, чтобы гостям понравилось и оформление, и вкусовые качества. А на вопрос, почему повар, отвечает за секунду. Доходно и всегда сытый. Повар сегодня получает в среднем от 10 тысяч рублей. Зарплата шеф-повара в Твери может достигать и 30 тысяч. Деньги деньгами, но в профессии есть множество нюансов. Своеобразный естественный отбор. Поначалу молодежь вот из лицеев идет с удовольствием, в конкурсах участвует, но потом в профессии остаются не все. На самом деле. А почему? Наверное, все-таки потому, что довольно-таки тяжелая профессия. Допустим, в горячем цехе это большие температуры. Ну и плюс к тому же целый день находишься на ногах, ноги у многих устают. То есть, ну, такая специфика. Есть свои сложности, как в любой профессии. Помимо выносливости и вообще хорошего здоровья, повар должен обладать и великолепной памятью. Надо наизусть знать действующие сборники рецептур, инструкции и правила пользования ими, технологию приготовления блюд и кулинарных изделий, сроки и условия хранения продуктов, производственную санитарию, правила и нормы охраны труда. Мы на производство выписываем много журналов. И новинки, как бы, все стараемся использовать. Сейчас очень много, как бы, и рыбы новой, и мяса нового. Хороших специалистов, конечно, не хватает, наверное, во многих областях. И наша область общественного питания не является исключением. И прежде всего, это недостатки, наверное, и образования, и недостатки, скажем так, компьютерной грамотности, многие-многие другие проблемы, которые есть, наверное, в нашей стране целиком. Лучше взять молодежь и научить ее с самого начала, как бы, и меню, потому что повар приходит на работу, меню большое, и надо все это учить ему, запоминать. Там же у нас не одно наименование, салаты, вторые блюда, первые. И когда он приходит уже на практику, он уже, как бы, наши блюда начинает изучать, и когда начинает работать, уже практически он все блюда наши знает. Трудная экономическая ситуация в стране и в мире тоже влияет на общий пит, говорят руководители этой отрасли. Но с другой стороны, кризис оставит на рынке труда сильных. Я думаю, что кризис, конечно, на все влияет, но тенденции последних лет заключаются в том, что у людей все меньше и меньше времени готовить самим. Домохозяйки наши достаточно избалованы, соответственно, им хочется покупать полуфабрикаты или готовую продукцию. И я думаю, что в дальнейшем эта профессия, как во всем цивилизованном мире, будет только развиваться, количество поваров будет только увеличиваться. Потому что не секрет, что число предприятий общественного питания в нашем городе в десятки раз меньше всех европейских норм. К тому же война войной, а обед по расписанию. То есть, перефразируя известное изречение, кризис приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Так что специалисты в области общественного питания, а конкретно повара, будут востребованы.